Hello everyone! Привет всем! Welcome to the next Russian TPRS lesson. Today we're gonna be talking about verbs of motion again, but in the past. In the previous lesson, we've talked about unidirectional and multidirectional imperfective verbs. And if you miss it, go here and practice them before. Now, let's have a look at the next table of these verbs of motion in the present and in the past. Wow, don't be scared. It's much more easier than you think it is. You can find this table just below this video and also some grammar tips in the comment section. But please don't study this table too much. Just use it as a visual aid and focus more on the story I'm gonna give you just right now. The idea is to watch this part of the video not once but many times until you feel absolutely free to respond to every question easily and automatically. Here we go. Обычно Вася ездил в магазин на машине. Что обычно делал Вася? Ездил в магазин на машине. Вася ездил туда и обратно. Но одну неделю назад он ехал на машине в парк и попал в аварию. Вася ехал или ездил на машине в парк одну неделю назад? Ехал. Вася ехал на машине в парк. Его машина сломалась. Вчера Вася ходил в магазин пешком. Вчера Вася ходил пешком или ездил на машине? Вчера Вася ходил пешком. Почему Вася ходил пешком? Потому что его машина сломалась. Когда он шел в магазин, он увидел красивую девушку на улице. Когда Вася увидел красивую девушку? Когда? Когда он шел в магазин? Вчера Вася шел в магазин или ходил в магазин? Шел в магазин или ходил в магазин вчера? Вчера Вася ходил в магазин. Но когда он шел в магазин в этот момент, он увидел красивую девушку. Девушка тоже шла в магазин. Девушка ходила в магазин каждый день? Мы не знаем. Может быть, она ходила в магазин каждый день, а может быть, нет. Девушка ходила или шла в магазин вчера, когда Вася ее увидел? Ходила или шла? Девушка шла в магазин вчера. В тот момент, когда Вася ее увидел, она шла в магазин. Также Вася увидел птицу, которая летела куда-то далеко. Вася летел куда-то далеко.
Нет, Вася не летел куда-то далеко. Кто летел далеко? Птица. Птица летела куда-то далеко. Вася остановился. Вася вспомнил, как он летел на самолете в Чикаго к своему другу. Раньше Вася много летал на самолете, а сейчас он не летает совсем. Раньше Вася много летал или летел на самолете? Раньше Вася много летал на самолете. Туда и обратно. Туда и обратно. Летал. Вася летал. Еще Вася много плавал на лодке по озеру. А сейчас он плавает только в бассейне. Вася плыл много на лодке? Нет, Вася плавал много на лодке. Однажды, когда он плыл на лодке в Гренландию, он увидел Титаник. Что делал Вася, когда он увидел Титаник? Что делал Вася? Вася плыл на лодке. Когда он плыл, он увидел. Плыл, увидел. Люди на Титанике очень быстро бегали. Кто быстро бегал? Люди. Люди быстро бегали. Туда и обратно, туда и обратно. Бегали, бегали, бегали. Один мужчина быстро бежал к шлюпке, но споткнулся и упал в океан. Мужчина быстро бегал или бежал к шлюпке? Мужчина быстро бежал к шлюпке. Вася поплыл к этому мужчине и спас его. Okay, great. That's it for today. I hope you understood this story. Listen to it many times and try to answer the questions. By the way, I have a question for you. Please tell me, what are you struggling the most with? I'll try to do my best to cover this in one of the next videos. I'll be waiting for your comments, and good luck and see you again.